Сегодня Котласский городской суд признал виновным директора управляющей компании Александра Сущенко в даче взятки должностному лицу. Установлено, что осужденный с 1 декабря 2014 года по сентябрь 2019, желая незаконно приобрести право собственности на земельный участок, расположенный по адресу в городе Котласе, улица Свердлова, дом 96, за 458 тысяч рублей, без проведения торгов на аукционе по цене равной 15% от его кадастровой стоимости, лично передал начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Архангельской области Котлас взятку в виде имущественных прав на земельный участок, расположенный по адресу город Котлас, улица Свердлова, дом 94, стоимостью 721 тысяча рублей. Еще одна статья, по которой обвиняли Александра Сущенко – вмешательство в деятельность следователей. После того, как на бывших чиновников городской администрации завели уголовные дела, предприниматель организовал демонтаж фундамента дома, который проходил как взятка. Однако эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов. Самого Александра задержали 11 ноября 2021 силами РУФСБ и СК. После этого он некоторое время провел под стражей, затем был отпущен под подписку. Рассмотрение уголовного дела заняло почти год, и вот сегодня Котласский городской суд вынес свое решение. Признать Сущенко Александра Александровича виновным в совершении преступления предусмотрено. Приговором суда Александру Сущенко назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. К слову, максимальная санкция статьи за дачу взятки предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Поэтому вынесенный вердикт можно смело назвать мягким. Вопрос о апелляционном обжаловании приговора будет решен после поступления данного приговора в Котласскую межрайонную прокуратуру. На апелляцию думает подавать и обвиняемый. Что мы с вами, в принципе, согласен, потому что как бы вина она есть, как бы доказано, тут скрываться что дело было, дело громкое. Вот поэтому что мы с вами согласен, скорее всего, просто просить об отсрочке. Пусть хотя бы там на год дали рассрочку.